Всем доброе утро. Ой, у нас сегодня предпоследний день. Завтра у нас последний, мы собираемся. И в среду мы улетаем. Сегодня мы решили съездить в аквариум, посмотреть на рыбок. Он самый большой здесь на Крите. И мы как-то подошли. Ну, короче, я подошла до ресепшн вызвать такси. Такси туда стоит 25 евро, примерно 20 евро в одну сторону, 20 евро в другую. И нас две семьи, нам нужно два такси, которые мы заплатили 80. И вот у нас здесь под боком можно снять машину, и мы просто еще снимем за 70 евро и поедем, может, по дороге куда-то еще заедем, да? Еще. И тут нас заставили одеть маски, хуяски, сказали 150 евро штраф. И дальше посмотрим, может быть, вернемся в отель, а может быть, куда-то еще заедем. Да, не убирай маршрутки, я говорю. Вот. Она нам предложила еще снять на 2-3 дня, куда-то съездить, и куда нам ехать. Нам уже завтра надо доваляться на пляже и уезжать. Артур, ты пристегиваешь? А улетаем мы в... Улетаем мы в 11 утра. Поэтому мы уже снимать машину еще на завтра точно не будем. Думаю, что там у меня в сумке? У меня здесь мед. Я всегда беру в отелях что-то. Мед утром, вечером масло, такое бутылочка. Когда домой привожу, открываю, вспоминаю, как мы съездили. Ой, все трясется. Крета-аквариум находится здесь, недалеко от Ираклиона. А мы проживаем где-то... Где мы живем? Где-то тут. Аквариум Крита. Мир моря. Бывшая американская база Гурнес. Первый и самый крупный аквариум в Греции. А также один из крупнейших и наиболее современных в Европе. Вот, Данечка, аквариум. Мы всю дорогу шутили. Говорим, сейчас едем на рынок. Сейчас едем за шубой. Маме нужна шуба. Они нет. Ой, я покупаться пошла. Смотрите, как красиво. Она нам там нарисовала. Вот здесь написано, описано. А, значит, вход 10 евро, с 5 до 17 и от 65 6 евро. Студентам 6, аудиогид 3 евро, значит, и детям, получается, от 4 до 5 лет. Так написано, kids up 4 years old. Бесплатно. Ну, с 5 до 17 же 6 евро. Значит, они должны были написать до 4 лет бесплатно. Если вы мембер, у вас бесплатный вход. Ну, наверное, он сколько-то стоит. Один раз вы оплачиваете и ходите, сколько вам захочется. Хоть каждый день. Люди с ограниченными возможностями тоже бесплатно. Это безумная очередь. Мы приехали в 11, мы еще даже не у кассы стоим. Так хорошо, музыка на фоне играет, такая прям расслабляющая, мне нравится. Оформление емкости точно воспроизводит рельеф критского и средиземного морского дна. То есть все вот как вот на дне, так вот здесь все и показано. Это не просто декорация, а я читала у них на сайте, например, они погружались на какое-то место, делали фотографию, видеосъемку и, собственно, воспроизводили вот этот рельеф. Он где-то такой есть на самом деле. Надеюсь, меня хоть слышно, хотя бы чуть-чуть в этой маске. Здесь так спокойно, так прохладно, так хорошо. Ты знаешь, даже лучше, чем в Дубае, да, в Дубай-молл?
Хотя там самый большой аквариум, ну не знаю, самый большой, небольшой, но он огромный. Ну вот здесь намного лучше. Не знаю почему. Сейчас пойдем. А знаешь, почему здесь кажется лучше? Во-первых, там аквариум огромный. Они там все плавают. А здесь как-то все отдельно. Отдельно акулы, отдельно те рыбки. Ты подошел, спокойно посмотрел. А там вот этот аквариум огромный. И у тебя просто глаза на самом деле разбегаются. Вон она как. Оп. Вот этот аквариум мне как-то больше понравился. Они любопытные. Смотри, смотри. К нам подплывают. Ой, вот эта рыбка мне нравится. Дентекс. Рыба дентекс. Плывает. Я так близко. Какая она страшная. Какие у нее зубы. Я вообще не представляю, как в этих клетках плавают, когда погружают тебя в клетку, и ты там с акулами. Вау! Обалдеть! Не, у меня аж мурашки по коже, какие у нее зубы! Кошмар! Так интересно. Да. Ух ты! Слушайте, они как живые, да? Смотрите. И они идут в море. Слушай, ну как здесь, как мне здесь нравится? Сейчас, как мне здесь нравится? Приплывет. Вон она. Она уже два раза. Сейчас она воздухом нахватается. Thank you.
Ничего нет. Вот эти шезлонги, все курорты, это все не то. А вот дикий пляж, он самый красивый. Как здесь классно! Все фрайлики, а тут...
вышли сфотографироваться. Смотрите, какой вид. Я всех заставила. Кто не хотел, но все молча вышли. Сейчас пару фоток сделаем. И все, и на обед уже. Вечером у Юры с Юлей фотосессия. Завтра у нас последний день. И улетаем. Смотрите, как красиво. Очень, очень. Ой, солнышко как раз вышло. Прям как по заказу. Отсюда нужно фототься. Идите сюда. Отсюда. Они точно не пойдут. Было бы хорошо вон туда сесть, на самый край сфотографироваться. Видите, как здесь на Крите? Никто ничем не занимается, все валяется везде. Ужасно, конечно. Хуже, чем в Таиланде. Вот место, где все фоткаются, 100%. Дикарек. Очень высоко, давай. Ну, поехали. Все-таки я добилась фотографии. Вот.